Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с юбилеем, 80-летием образования Орловской области. Мы с вами по праву гордимся героической историей родного края, славными свершениями предков. И сегодня своими силами, своим трудом делаем все, чтобы достойно продолжить эстафету поколений. Путь служения Отечеству, нашей любимой России. Дорогие друзья, для меня очень дорога ваша поддержка. Находясь в космосе за много километров от родного дома, я чувствую тепло ваших сердец. Поверьте, это очень важно. Ты знаешь, что тебя ждут, что в тебя верят, на тебя надеются, и ты не имеешь права подвести своих товарищей, родных, своих земляков, свою страну. Я искренне благодарю вас за добрые пожелания, внимание и поддержку. До встречи на Земле. Счастья вам, здоровья, новых успехов. С борта Международной космической станции. Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. С юбилеем!